Всем привет, дорогие наши друзья. Всем привет. Сегодня... Мы рады приветствовать вас на канале ASMR Russia. С вами снова Денис. И Настя. Денис это всегда забывает. Да. И мы хотели бы поздравить всех с 1 сентября. Это большой праздник детства. Правильно? Кто-то идет первый класс. Это же такое событие для детей. Настоящий праздник. Да, особенно у нас у дочки в том году, да, было это торжественное, так сказать, мероприятие, да. Ну, в этом году она уже идет во второй класс, уже не такое торжественное, но все равно она нарядная, пойдет с цветами, как обычно. Начало учебного года, а у нашего классного руководителя двойной праздник, потому что начало учебного года, и плюс у нее день рождения. 1 сентября? Да, именно 1 сентября. Вот. Я Даше сказала, чтобы она поздравила ее с началом учебного года и также днем рождения и подарила букет цветов. Целоваться не надо. Что-то мы цветы забыли купить, надо обязательно сбегать и купить. Все, понеслась. Сегодня у нас шаурма, у меня с курицей. А у меня развалин, она у меня, я даже не знаю, как ее сейчас взять, она... Надо было разрезать. Она бы вообще развалилась, если я ее начал резать. Ну, ты как-то бережно, так аккуратно. Нежно. Нежно. А у меня очень аккуратная вот такая вот, поэтому она не развалится, можно даже потрясти вот так вот. Все будет хорошо. Я так зашпиговаю, что она аж по швам пошла. У меня с белым соусом. Но он очень похож на сметанковый соус. Я думаю, они это имели в виду. Так вкусно. А мне горчичный. Горчичный? Угу. Блин, очень вкусно. Мне кажется, они начали делать маленькие лепешки. Поэтому они у них начали рваться. Они плотно их закручивают, да? Ну, просто очень много начинки, мне кажется, поэтому рвется. Вот у меня, видишь, начинки немного, она сама по себе такая миниатюрная. Прям не разваливается. Ну, я-то заказал мега размер. У меня стандарт, походу. Да, да. Кстати, вот это место, где мы вот это заказывали, они, мне кажется, испортились. То, что вот обычно они вот такие обычные делали намного больше. А вот эти мега, которые, ну, они никогда не разваливались, а тут прям вообще по швам пошла. Или лепешки у них такие, или что, я не знаю. Какие-то такие интересные оливки ты купил? С костями, первый раз. С косточкой. Так, ну, мне придется ее доедать полностью, потому что ложить мне ее опасно. Она разваливается. Жестковатые оливки, конечно. Ну что, дорогие наши, расскажите вы или напишите, скорее всего, напишите, как вы отмечаете 1 сентября? Мы с тортиком. Так, что-то я задумалась. Мы с тортиком отмечаем. Надо купить цветы, притом ты сказал, что видео выйдет 1 сентября, но надо купить цветы. Ну, конечно. Вкусно так, сыро. Нет, она вкусная, но, блин, у меня такое ощущение, что она сейчас на меня бросится. Красота. Кстати, что оливки-то не пробуешь? Я на руки заняты. Ну, лучше такие не бери. Ну, конечно, интересные. Они интересные, крупные, такие необычные. Ну, жестковато. Я ради интереса взял. Я до этого никогда в жизни не пробовал оливки вместе с косточками. Обычно берешь, они уже без костей всегда. Тебе хоть раз раньше нравилось ходить в школу 1 сентября, вообще 1 сентября? Ну, в начале-то, конечно, в припрыжку летели. А ты что, нет, что ли? Не особо.
Я вообще учиться не очень любила, если честно. Да ладно, в первый класс-то по-любому летела. В первый класс летела. Ну вот. Они огромнейшие. Вообще что-то подсели на оливки. Тебе салфеточку дать? Жестковатые. Ты что-то возьми салфетки, а сам не пользуешься. Держи. Или я должна это делать? У меня руки заняты. Не, ну я благодарен тебе за это, родная. Ну знаешь, ты никогда видео так не сделаешь мне. Я на 100% уверена. Ну как, у меня всегда заняты руки. Как я? Языком могу слезать? Нет, дело не в давай, этом. Давай, ты даже если увидишь, ну, я вижу, сделаешь вид, что ничего нет. Вот ты мне только что не дала тебе это сделать, что я обещал. Опять она ворчит. Ну дай тебе хоть в щечку лизну, а. У меня очень вкусная шаурма. Ты заметь, еще ни кусочка не упало. Ни малейшего. Я очень рада за тебя. Я держу ситуацию под контролем. Ты почему-то опять торопишься, мясорубишь куда-то. Наслаждайся, наслаждайся каждым укусом. Наслаждаюсь. Не, у меня сегодня просто сумасшедший день. Вы даже не представляете. Каждый день сумасшедший. А, может быть, не сумасшедшим. Начался он у меня 4:30 утра. Сегодня очень рано встал. По-моему, в 4 утра встал. Если я не ошибаюсь, нет? Не, 4:30. Я 30 еще валялся. Вообще, в 4, да, будильник сработал. Я там еще валялся, думал, вставать, не вставать. Долго боролся. И вот. Кружился весь день. Ну, не весь день, конечно. Еще у нас день, так сказать, продолжается. О-о-о. Даже ремонтник. Да здравствуют соседи, которые делают каждый день ремонт. Я вот все удивлялся. Че он так долго может сверлить? Опять эта тема. А сейчас я не удивляюсь. Мне кажется, он выкупил весь этаж и делает там перепланировку. Такое ощущение. Ну, судя по тому, сколько он там уже долбит. Сверлит, бурит там. В каждом виде мы будем его обсуждать. Этого долбоеба соседа. Тихо-тихо. Знаете, почему я бешусь? Потому что он начинает бурить, куда у нас Алёша засыпает. Именно в эту секунду. Почему такой закон по возрасте, скажите мне? Ой, первый кусочек упал. Но не на пол, заметь. Для чего не пихаешь только начинки? Чтобы просто шаурму разрывало на мелкие кусочки. Может быть, у меня был... Ты его показывал? Подскажи. Ой, я просто даже разорвала мины. Она, короче, все еще вся разорвана. Ой, не могу, если я сейчас повернусь так, у меня все высыпется. Мне кажется, они увидели мои голодные глаза. И подумали, боже мой, надо его накормить. Кстати, надо было, знаешь, что у них спросить, вот где ты шарму покупал? А узнать, продают ли они лаваши отдельно. Я спрашивал. Нет, не продают. Плохо. Слушай, я как тебе, мне понравились оливки. Да? Они хоть жестковатые, но по вкусу. Ну, ничего так. Ты же знаешь, что, вот мне кажется, с костью они намного полезнее. Сохраняют естество свое. Натуральность. Ага. Второй раунд. Не добурил. Он проверил, блин. Не прошла насквозь. К соседям надо добить. Так. Вообще, мне кажется, он там...
У него день начинается, он думает, все, просыпается, сегодня буду бороться с перфоратором. Все, полдня настраивается, и все, и как врубает его, и борется с ним, и борется до самого вечера. У него там соревнования. Кто кого? Он перфоратор или перфоратор его? Ты будешь до конца видео обсуждать? Наверное. Мне, короче, глубоко насрать. Что он там делает? Просто он долбоёб. Я смотрю, ты вообще, да, на взводе, прям капитальном. Такого еще не было. Я начинаю тебя опасаться. Что ты можешь еще такого нам ляпнуть? Просто каждый день бурить это капец, жесть. Опять замечу. Не на пол. Ну, у меня очень вкусная. У меня обалденная. Но, блин, развалистая. Ой, пожалуйста. Простите. Кстати, друзья, переходите по ссылке на наш второй канал Step Family. Там много интересного. Да, мы сегодня там кушаем тортик и отмечаем 1 сентября. С нашими детками. На наши семейные мукбанги. Кто не знает, кто впервые на нашем канале. Так что переходите, смотрите. Я требую домашнюю шаурму в исполнении Дениса. Ну, сейчас Денис выходит на работу, поэтому тяжеловато будет, конечно, что-то делать. Я буду требовать от тебя. Вчера у нас Леша был очень беспокойным. Практически не спал. Весь день на руках, кричал, плакал. Но сегодня спит, отсыпается. Да, вчера вечером я заколебался его укачивать. Вечером. Не весь день, а только вечером. Ты заколебался в течение 7 минут его укачивать? Да ладно. А я с 7 утра. Ты сочиняешь, что 7 минут. Скольки мы там пошли гулять? В 7 часу? Угу. А я с 7 утра до 7, пускай, до 6 вечера, 12 часов заколебалась его, так сказать, на руках. Ну ладно, только плюс-минус там, когда он спал минут 20. Хорошо, 10 часов на руках. А ты 7 минут заколебался? Конечно. Простите. Я его качаю, а он не спит, не спит, не спит, а я его опять качаю, он не спит, не спит, не спит, не спит. Но я победил его. И ты заколебался. Да, я заколебался. Хотел бы посмотреть на тебя, когда ты скачал его весь день, с утра до самого вечера. Что бы с тобой было-то тогда? Я бы заколебался еще сильнее. Не поверишь. Так, моя шаурма подходит к концу. Я почти одолел. Планируем провести стрим в воскресенье. В сообществе напишу, напомню, времени скажу. Ну, примерно у вас день, наверное, должен быть. Ты забыла сказать, что это будет на Step Family, а не на СМР. На втором нашем канале. Да, причем важный нюанс. Я это пишу в сообществе. Обязательно. Да. Я думаю, мы там будем чай пить. Скорее всего. Но не факт.
Красота. Мощное заглатывание у меня сейчас произошло. Ты про меня сейчас? У меня заглатывают только я. Не забывай. Ты аккуратнее, нас дети смотрят. Нас могут неправильно понять. Я про пищу. Я уже начинаю волноваться. Что с Настенькой происходит такое? Это все сосед. Какой сосед, кстати? Бурящий. А его вроде нету. Обычно машина стоит, когда у нас дома. Я про бурящего соседа. Непонятно какой. Очень вкусная шаурма. Этот соус, он продает изюминку. Все-таки я подразумевала, что это был сметана соус. Еще вкусная фирменная у них кесадия. Со сметанным соусом. А тоже. Ты бы смогла еще одну съесть? Фирменную, скажем. Нет. На половинку? Да. Ну да, вот. Надо было 3 взять. Ну, в принципе, я наедаюсь. Я решил устроить немножечко СМРа. Как давно это было? Там периодически просят нас не чавкать. Вам просто кажется, это у нас просто чувствительный микрофон. Весьма. Ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, поддерживайте его, ставьте лайки. Без вашей поддержки наш канал не продолжит своего развития. И до скорой встречи. Скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.